Я его нашел, и вот наш Макс Дракула открыл новый канал. Я уже подписался, что и вам советую. Те, кто знает Макса, то есть, соответственно, его предыдущий канал был полностью изничтожен в связи с тем, что там произошел рейдерский захват. Была передача канала от одного пользователя другому, причем, предположительно, без разрешения, короче, Макса, из-за того, что его пароль, скорее всего, слили троянами. То есть, так что, ребята, заходим, подписываемся, ссылку я оставлю в описании. В общем, ждем, ребята, новых подписчиков на этот канал. Как всегда, ребята, видео, ну и, конечно, соответственно, Макс есть Макс. Привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Если вы зашли на это видео, значит, у вас есть любознательная нотка. А если вы мой подписчик, то вы тот счастливчик, который эту новость узнает первым. Итак, пошли. Забанен. Вы лишились аккаунта. Вы забанены за мультиострова и так далее. Таких вещей я никогда не получал. И я очень осторожный человек. Но, к сожалению, те вопросы, которые возникают постоянно у моих подписчиков или те, кто пишут мне ВКонтакте, ребята, если вас забанили, я уже ничем помочь не могу, значит, вы спалились. А спалились вы, все, ребята, то есть тут уже я не помощник. Но сейчас мы быстренько разберем, что это такое и с чем его едят. Все вы знакомы, ребята, с правилами игры. И вы прекрасно знаете, что мультиводство в игре – это первый пункт, и он является запрещенным. Вы можете владеть только одним аккаунтом. За все остальное, то есть два или три аккаунта, с одного IP-адреса, мне кто-то говорил, что там возможно, что вы можете управлять тремя аккаунтами с одного IP-адреса, если вы играете, играет ваша тетя или бабушка, или играет ваш папа или сестра, ну это не имеет значения, главное, что вам придется потом доказывать о том, что эти аккаунты действительно принадлежат, но самое первое палево, которое вы получаете с этих аккаунтов, если вы начинаете дарить друг другу подарки с этих аккаунтов, то есть перекидывать, это называется планомерная раскачка одного персонажа за счет другого. Это и является первой ноткой для вашего бана. Как я понимаю, что с баном, допустим, того же чата, где они вот общие условия, да, вот правила общения и так далее, он здесь не написан, я постоянно в бане за них сижу. Это и пришел, сказал всем два раза привет, то есть привет, все, написали флут, в бан меня на 7 дней, то есть это я уже привык к такой вещи, это не очень интересно, но зато действенно, я больше не пишу туда в чат ничего, мне патология, я только читаю, но максимум, куда еще вхожу, это в групповые чаты. Ну и, конечно, когда мы уже знаем, что такое мультиводство, мы знаем, что за него могут забанить, давайте, ребята, и я вам покажу, как можно от этого уйти. Ну, по крайней мере, ну, скрыть хотя бы парочку своих аккаунтов. Как понимаете, аккаунты очень сильно нужны. Вторые. Вдруг основной аккаунт забанят за что-нибудь, или скучно, или в страничку ФК забанят. А тут раз, и второй аккаунт, можно и поиграться, можно дополнительно, а можно на него еще месячный план купить и дарить себе подарки. Ну, как бы так вот. Такая небольшая хитрость. Ну, короче, давай к основной теме. Ну все, давайте быстро мы пройдемся. Простите, ребята, все, кто меня просил в свое время покрутить рулетку на его аккаунте или открыть подарки и записать видео. То есть я такими вещами, ребята, не занимаюсь по простой причине, потому что я реально знаком с людьми, которых заблокировали. Один из них вот Макс Дракула, теперь у него вообще отдельная веселуха с этим отношением канала. Еще парочку ребят я вам называть не буду, то есть как бы, ну, я получаю постоянно сообщения. Ребята, у меня на канале было свое видео, как не получить бан, или
халявные аккаунты Music Wars где-то у меня в самом начале самих видео. Не знаю, почему вы не смотрели, но с того времени немножко все поменялось, конечно. Технологии не живут на месте. И поэтому давайте, если у вас есть персональный компьютер, у вас должно стоять обязательно несколько браузеров. У меня, ребята, браузеров стоит, наверное, штук 10. То есть из современных, более-менее известных вам, это Opera, соответственно, дальше Google Chrome, Firefox, Amiga обязательно, Dragon, Netscape. Ну, остальные, ребята, я называть не буду, вам название от них ничего не скажу. То же самое Chromium первой бета-версии, то есть, но, однако, он у меня работает. Но мы рассматривать будем только 3. Вот. Вообще, зачем нужны аккаунты вторые, вообще таковые? Ребята, после того, как появился месячный план, стало очень выгодно покупать или заводить дополнительные аккаунты и спокойно их вести именно с месячным планом. Или некоторые, допустим, ребята, кто сидят на 30 уровне, они хотят, ну, сидеть на более низком уровне, на 6, они покупают дополнительный аккаунт, но потом приходится той же техподдержке доказывать, что этот аккаунт вам не принадлежит, он принадлежит вашей бабушке, тете, дяде Коле, какому-нибудь вашему сыну, брату, соседу, ну, он у вас сидит почему-то на вашем IP-адресе. В общем, давайте, короче, вот эту вот лишнюю переписку, которая вам не нужна ни с кем, давайте мы ее уберем. Сегодня я вас буду знакомить с VPN-каналами и прямыми соединениями. Итак, что это такое? Это, ребята, дополнения, которые ставятся к вам в браузер и, получается, скрывают ваше местонахождение от любого сайта. Выдают ему ложную информацию о вашем местонахождении, что позволяет вам играть в браузерные игры обыкновенные, не поля свой реальный IP-адрес. Давайте, пошлите к теме. Первым у нас на рассмотре это мой основной, ребята, аккаунт. Получается, это я сижу и играю в Firefox. Ну, всем советую, очень удобная вещь. Для него, получается, ребята, есть дополнение. Дополнение называется Хо, вот можно его записать, и имею в виду этот, если кому-то надо, остановите, пожалуйста, на паузу. Чтобы найти это дополнение, вот здесь вот, вот в поиске дополнений, вы просто забиваете вот так Fox VPN Proxy. Сейчас у меня, то есть, он включен, вот он выглядит вот таким образом, ребята, вот он, видите, у него функционал стоит. Я на премиум не перехожу, но мне как бы и не надо. Он работает. Смотрите, как это происходит. То есть берете в обыкновенном том же Яндексе, пишите, как узнать мой IP. Он вам выдает ваш IP-адрес, то есть все как положено. Ну, я обычно пользуюсь вот этой вещью. То есть нажимаем на ссылку. Дальше у нас открывается страница. Вот такая вот. Вот. Давай ее обновим еще разочек. Вот. И сейчас, ребята, как вы понимаете, я нахожусь во Франции. То есть, ну, что же мне больше делать? Конечно, я же в России не люблю жить. Я люблю жить во Франции. По крайней мере, этот прокси-сервер, ребята, работает хорошо и стабильно. Если вам надо открыть какие-то сайты, которые забанены, допустим, в той же самой России или на Украине, то есть, пожалуйста, для Firefox пользуйтесь. Следующий браузер. Это, ребята, у нас Opera. Opera с дополнениями у нас та же самая система. То есть в расширениях Opera. То есть, ну, у меня здесь стоит это. Вот, смотрите. ZenMate VPN. То есть можете тоже на паузу ставить. Здесь та же система. То есть вы просто добавить, ставить расширение. Дальше в поиске его, соответственно, забиваете. Ну, адблокер, ладно, мне вот здесь поиск дополнений. Просто забиваете вот то, что здесь написано, то есть ZenMate VPN. После чего он начинает работать, и все. Дальше делаем то же самое. Узнать мой IP-адрес, ну, то есть я вбил в Яндексе, захожу, чтобы не было таких голословных, вот.
В том же месте я не только во Франции нахожусь, ребята, но я нахожусь и в Румынии, прямо в Болгарии. Вот он вот так вот выглядит. Вот видите, он показывает мне то, что я нахожусь в Румынии сейчас. То есть все, защита включена, то есть меня сейчас просто так не вычислит. Пожалуйста, теперь я могу что на первом, что на втором браузере открывать любые аккаунты MusicWars, и я не буду в России, и я для админов абсолютно, ну, то есть второстепенный персонаж. Теперь тем браузером, который пользуется большинство, ребята, это Chrome. Это уже общепризнанный факт, что Chrome является самым популярным из всех. Здесь та же система. Дополнительные расширения, ребята. И для него используется вот бесплатный прокси-сервер VPN Hotfix Shield. Это нормальный. Он выглядит вот таким образом. Здесь все проходит элементарно. Не хочу я никаких звездочек. Погоди, я еще тебя полностью не протестил. Я использовал локацию, то есть от нашей получается, от Российской Федерации, но он меня игнорирует, причина элементарная, потому что я его не купил. То есть поэтому он точки выбирает сам, как можно более быстрые, ну, для меня, по крайней мере. Здесь я также сижу, как и на всех остальных браузерах, и тоже люблю здесь поиграть в MusicWars. Ну и как вы видели на аккаунте, да, то есть я обновляюсь, давай обновляйся, страница, или так быстро обновился, не поверю, он должен мигнуть хотя бы что-нибудь показать, давай, отлично, все, вот, и он мне показывает, что я сейчас в Торонто, в Канаде. Вот, ребята, у меня три браузера. Три браузера, то есть получается, это Firefox-овский, который показывает, что я во Франции. Одновременно Opera, который показывает, что я в Румынии. И, соответственно, Google Chrome, который показывает, что я в Канаде. Как вы думаете, возможно ли такое? Но, к сожалению, или к счастью, к многим имею в виду, это возможно. Так что, ребята, можете заводить вторые аккаунты, третьи аккаунты и сидеть спокойно. Для вашего удобства нужно просто поставить несколько браузеров, несколько, проверить дополнения, поставить эти дополнения и спокойно пользоваться, ребята, и не бояться бана от администрации. Ладно, всем счастливо, ребята, кто смотрел. Играйте обязательно не на одном аккаунте, это очень хорошая вещь. Мультиводство позволяет иногда выбиться в лидеры. По крайней мере, можно тот же самый граб собирать. Допустим, вы с двух аккаунтов или с трех бьете, а через некоторое время основным своим аккаунтом просто забираете весь граб. Это очень просто и элементарно. Допустим, на том же 30 уровне достаточно побить каких-нибудь там мелких всяких разных этих, потом скинуть с него все вещи и забрать весь граб 10 уровне. Ну, это одна из инструкций таких небольших, но, ребята, вторые аккаунты или третьи аккаунты дают очень большой плюс. Ну все, ладно, ладно, все, хватит, давай. Всем счастливо, ребята, всем счастливо, всем пока. Качайтесь, играйте в MusicWars правильно.